Чуть больше 20% составила явка избирателей в Тюменской области. Всего в единый день голосования на избирательные участки пришли 43 тысячи человек. Низкая активность населения наблюдалась в Калининском округе Тюмени, где жители выбирали депутата в региональный парламент. Из 120 тысяч человек голоса отдали только 14 тысяч. Гораздо лучше прошли выборы в муниципалитетах. В Ялуторовске явка превысила 30%. В Тобольске и Тюменском районе проголосовал каждый пятый избиратель. Явкой мы недовольны, и недовольны безусловно, но на наш взгляд здесь сыграл роль несколько факторов, начиная от погоды и заканчивая то, что тенденция все-таки такова. Город у нас, Сергей Валерьевич, никак не изменился, как он был городом Тюменью, так и остался. Избиратели вряд ли поменялись. Большинство голосов было подсчитано уже к полуночи. Окончательные итоги озвучили в понедельник утром. На выборах депутата областной думы победу одержал Николай Руссу. Он набрал 45% голосов. Хочу поблагодарить тех, кто поддержал на выборах. У нас на самом деле было 70 ровно встреч. Мы встречались с избирателями. Все наказы фиксировали, более 1200 наказов. Мы сегодня и группируем, и, понятно, при работе в Думе будем ориентироваться именно на те потребности населения, которые сегодня остро звучат. Единый день голосования в Тюменской области избирали 191 депутата в Думы разных уровней. Выборы везде состоялись. Особых нарушений региональный избирком не выявил. В его адрес поступило 27 жалоб. К настоящему моменту почти все из них сняты.